Автодизель вперед! Слияние двух рек, живописные берега Волги, подходящий климат – место для расположения города Ярославля выбрано как нельзя более удачно. Одна из жемчужин Золотого кольца, город сегодня оптимально сочетает в себе древнюю самобытность и экономическую развитость. Старинная набережная, уютные улочки, скверы и, конечно, архитектурные шедевры, заставляющие замирать сердце и восхищающие каждый раз, как впервые. Практически из любой возвышенной точки, и тем более с набережной, открываются потрясающие виды и панорамы. Ярославцам есть чем гордиться и есть что показать гостям. Казалось бы, туристическая дорожка не оставляет для развития прочих вариантов. Строй гостиницы, налаживай бизнес, собирай дивиденды. Но почивать на лаврах истории – это не для Ярославля. Ведь город – настоящий промышленный гигант. Одних предприятий более 300. И самый знаменитый, важный – автодизель. Более привычное название – Ярославский моторный завод, коротко – ЯМЗ. То, что заводские корпуса расположились практически в центре города – и плюс, и минус. Однако эдакий город в городе – уже такая же историческая данность, как Богоявленская церковь или Спасо-Преображенский монастырь. Ну что такое завод? Завод, который 100 с лишним миллионов рублей каждый год, каждый месяц в виде заработной платы отдает своим работникам. 100 миллионов рублей выходят на рынки города. Значит, покупаются продукты, значит, живут мелкие предприятия, живут, значит, торговцы, индивидуальные предприниматели. Значит, ездит транспорт, значит, люди ездят на транспорте. Кроме того, 120 приблизительно миллионов рублей ежемесячно переводятся в бюджеты всех уровней. Естественно, из этих денег половина идет в городской и областной бюджет. Не будет завода, замрет город Ярославль, замрет в нем жизнь. Это все прекрасно понимают, и городские власти, и областные. Поэтому у них крайне трепетное отношение к заводу. И мы всегда испытываем вот заботу со стороны города, со стороны, значит, области по отношению к нам. Аббревиатура ЯМЗ у всех на слуху. Любой школьник знает автомобили МАЗ и КАМАЗ. Отличные машины, но без моторов они просто красивые игрушки. А вот двигатели, сердце автомобиля – это уже целиком и полностью в ведении акционерного общества «Автодизель». Сегодня на предприятии трудится порядка 20 тысяч человек, причем около 2500 имеют высшее образование. Чтобы понять объемы производства автодизеля, скажем лишь, что только за 8 месяцев 2003 года товарооборот завода составил 4 миллиарда 832 миллиона рублей. Благодаря грамотной политике менеджмента завода, общественность теперь в курсе спортивных достижений моторов автодизеля. Успехи КАМАЗов с двигателями серии ЯМЗ-7Э-846 на ралли «Париж-Дакар» — предмет особой гордости заводчан и престижа всей страны. Но об этом чуть позже. Чтобы завод устойчиво работал и не терял потребителей, устойчиво находился в рынке, у нас выпускаются два основных семейства двигателей. Это семейство двигателей размерностью 130 на 140 с объемом цилиндра около 2 литров. И 140 на 140 с объемом цилиндра чуть больше 2 литров. Но 140 на 140 семейства – это двигатели специфические, большого литража. Они не нашли широкого применения в рынке. Но общий объем их выпуска в идеале может достигнуть суммарно 1500-2000 штук в год.
По сравнению с семейством 130 на 140, конечно, которые мы выпускаем и должны выпускать не менее 50 тысяч штук в год. Такая потребность рынка сегодня. В этом семействе 6-цилиндровые, 8-цилиндровые двигатели. Модификаций мы уже сбились со счета, а комплектаций более 300. Особая гордость автодизеля – крепкая и сильная конструкторская школа. Каким чудом удалось сохранить это уникальное подразделение, не понимают даже сами специалисты. Однако факты – вещь упрямая. Конструкторская мысль ЯМЗ не замирала даже в самые трудные годы, а теперь лишь окрепла и получила новый толчок для развития. Вот за этими кульманами, которые видели так много, и проводят свое основное время конструкторы. Ну, конечно, компьютеры тоже имеются. Могу с гордостью сказать одно, что Ярославль пока еще располагает серьезной, самой сильной школой конструирования и постановки на производство дизельных силовых агрегатов. И не только дизельных, да, последние годы популярная в мире тематика альтернативное топливо. Газ считается вообще топливом 21 века. Чем же заняты сегодня разработчики силовых агрегатов и сколько на это уходит времени? От момента проектирования до изготовления среднее время, ну, так скажем, при хорошем раскладе, примерно 45 недель рабочего времени. От осевых, то есть когда конструктор провел первые линии, до образца первого. Сейчас в автодизеле ведется сразу несколько перспективных разработок. В первую очередь это, конечно, знаменитый Евро-3, на который небезосновательно возлагают надежды все, от конструкторов и директоров до дилеров и рядовых рабочих. Те экологические ограничения, которые сегодня в нашей стране вводятся, они идут вслед за ограничениями по Европе. Страны ЕС уже ввели Евро-3 у себя. Россия с небольшим отставанием по времени тоже намерена это сделать. Есть проект постановления правительства России, что нормативы Евро-3 для транспортных средств вводятся с 2006 года, Евро-4 с 2008. И как только успех ярославского мотора по стандартам Евро-3 стал очевидным, им всерьез заинтересовались иностранные партнеры. Теперь послушаем испытателей. Непосредственно сейчас мы занимаемся испытанием двигателя ЕМЗ-658. Это новый двигатель, разработанный под нормативы Евро-3. Эти нормативы на нем уже получены. Действительно, требования к экологическим параметрам моторов с каждым годом лишь ужесточаются. Естественно, автодизель вынужден оперативно реагировать, иначе можно потерять рынок. Сделано два двигателя таких. Один стоит уже на автомобиле, он представлялся на московском автосалоне. В общем-то, успешно представлялся. И сейчас он проходит дорожные испытания в Минске. Наши сейчас основные задачи – улучшить другие качества двигателя, кроме выбросов в атмосферу. Это расход топлива в первую очередь. В специализированном боксе номер 16 испытывается совершенно другой двигатель. ЯМЗ-831 использует в качестве моторного топлива природный газ. Этот мотор непрерывно проработал 200 часов в жестком и ускоренном режиме. Важно не только сколько наработал двигатель, а в каком режиме он при этом работал. При реальных условиях эксплуатации это примерно год. Конечно, для профессионалов одинаково интересно испытывать евро, газовый или спортивный двигатель. Значит, выведи его на полную мощность, на полный оборот, чтобы рева было побольше, а потом дави его тормозом, чтобы коллектора стали светиться. Итак, дизель готов. Пора приступать к испытаниям. При проверке на этих режимах вы должны соблюдать осторожность и аккуратность. Это очень серьезные и жесткие режимы работы двигателя, потом близко к нему не приближайтесь. Это двигатель, который в Дакаре выиграл первое место. Он вернулся к нам для ревизии, и мы после разборки проверили все его узлы, агрегаты и готовим на следующий Дакар. У него в развале еще оставался африканский песок, когда он к нам пришел на ревизию. Это именно реальный боевой образец. Этот двигатель 830 лошадиных сил, новый двигатель будет уменьшенная масса значительно и 900 лошадиных сил. Конечно, автодизель – это не только моторы. Это и большая номенклатура запасных частей, сцепления, стационарные агрегаты и коробки передач.
Производство коробок передач – предмет особого внимания. В его цехах полным ходом идет монтаж новейшего оборудования. Часть уже запущена и успешно функционирует. У нас есть живые заказы. В основном это спецзаказы по модернизации нашей коробки, которая сейчас серийно производится, так называемая 239-я коробка. У нас есть заказ на спецтехнику Брянского завода колесных тягачей. Мы планируем изготовить два варианта модернизированных коробок. Постепенно пересматриваются и условия труда, переоборудуются рабочие места. У нас цех считается одним из лучших. Сейчас занимаемся оптимизацией производства. Особое внимание уделяем культуре производства. Прежде всего человек, его здоровье. Налаживаем вентиляцию. Очень много сделано в этом году по вентиляции. Один из самых приятных рабочих моментов – это, конечно, обеденный перерыв. Вот где можно, наконец, снять рабочее напряжение и спокойно продегустировать меню. Нам готовить похуже никак нельзя, потому что у нас рядом столовые тоже очень хорошие, как сегодня у нас. Тефтели по-молдавски. А так, пожалуйста, свинина в тесте, бризоль из курицы, чебуреки мы делаем. Очень хорошо у нас берут пиццу. Жаркое по-домашнему. А как насчет выпивки? Выпивать, пожалуйста, у нас выпивают компоты, соки, кофе. По талонам это у нас комплекс как бы идет на 18 рублей. И рабочие получают, которые работают на тяжелых участках или работают в ночь, они получают дополнительное питание. Невозможно побывать на заводе и не заглянуть в кузницу. Первое впечатление – земля разверзлась, и вы попали в ад. Слишком много огня и жара, слишком тяжелы удары молотов, слишком велик темп работы. Всего слишком. Но спустя короткое время понимаешь, что в работе кузницы есть своя гармония и ритм. Это как музыка, не совсем привычная и плавная, бьющая как разряд тока. Интересно, помнят ли об этом в заводоуправлении? Часто ли из кабинетов спускаются в цеха? Я когда был в кузнице последний раз, где-то, наверное, недели две назад. А вот и сборочный цех. Темп взят приличный, почти гоночный. Однако устроено все рационально и функционально. Здесь у нас закладываются двигатели. Устанавливается распредвал, коленвал, установка поршневой. То есть закладывается сердце двигателя. Линия полуавтоматическая. Народ здесь добросовестный, подобранный. Вот у нас поршневая группа. Устанавливается на различные виды модификации двигателей. Вот здесь устанавливается у нас прокладка головки блока, головка блока. И после этого линия кома у нас заканчивается. И двигатель данной комплектации попадает на главный сборочный конвейер. Здесь как раз происходит все остальные операции по комплектовке двигателя. Моем, сушим, потом красим, потом опять сушим, еще раз красим, сушим. Все, окончательная упаковка и загрузка в цех ККИС. Я охраняю цех. Я работаю 2 года. Хотя мы заглянули далеко не во все цеха и совсем ненадолго, но можем говорить смело. В автодизеле работают настоящие мужчины и отважные женщины. Возможно, что значительная часть успешной работы коллектива и предприятия в целом связана с непрерывностью, с неразрывной связью с историей. Недаром же говорят, что без прошлого нет будущего, и рабочие династии здесь совсем не редкость. Нет, я помню первый день, когда я пришел в 42-м году, вот это самое, на завод. Это для меня была какая-то новость такая. Причем какая-то тяжелая работа тут попалась. Вот, было тяжело, но потом привык, ничего. В 45-м году, в декабре месяце, я снова вернулся на автомобильный завод. 32 года я был начальником цеха. Это вообще-то мало кто столько времени
бывает начальником цеха. 70-е годы. Расцвет завода. Начальники тогда жили очень хорошо. Немного, конечно, привилегий каких-то было. Да? Может, я мало уделял внимания еще самое, своим рабочим. Но, конечно, обиды, наверное, были. Руководитель надо все-таки спрашивать. Наш цех принимал участие в строительстве всех домов. Мы крышу делали. Пожилых людей на заводе не просто не забывают. Организация Совета ветеранов действует энергично, слаженно, а главное – дельно. По тем или иным делам ветераны бывают на заводе не реже раза в неделю. Другими словами, они так и остались на моторном. Все вместе. Ну, в частности, вот подписка на газету. Надо туда. Куда? На завод надо идти. Значит, идешь в редакцию и там подписываешься. Но вообще-то у меня от Совета ветеранов имеется задание посещать один из цехов завода. Коробка перемены передач. Ну, приходил я по разным поводам. В частности, как там, допустим, в этих цехах относятся к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Как они отмечают дни рождения их. А так иногда просто для встречи на заводе со своими друзьями в цехе. Перестроечные годы были тяжелыми для всей экономики. И то, что я, МЗ, ни на один день не остановил своей работы, хотя вокруг гигантские предприятия шли ко дну, говорит о многом. С 1993 года я, МЗ, становится акционерным обществом «Автодизель». И в 2001 году входит в состав автомобильного холдинга «Руспромавто», от чего только выигрывает. На сегодняшний момент наша вся перспектива завода связана с «Руспромавто». Одним сегодня не выбраться. Кто может под какие гарантии получить, допустим, кредит? Никто не даст его. А здесь серьезная, солидная компания, которая может обеспечить все эти дела. Поэтому мы рассматриваем наше развитие только лишь вместе с «Руспромавто», вместе с Уральским автомобильным заводом, вместе с автобусной программой, которая, кстати, сейчас успешно реализуется в Ярославской области. Сегодня завод подошел к своей 87-й годовщине. Возраст внушительный. А что ждет нас в ближайшем будущем? Лет через 10 мы будем отвечать десятилетие создания первого отечественного дизельного двигателя, отвечающего показателям Евро-3. Пройдет время, Евро-4, Евро-5, сколько Евро не будет, все равно мы будем первыми. Не за горами тот день, когда автодизель пройдет аттестацию на соответствие современным стандартам качества системы менеджмента, что значительно продвинет предприятие вверх по экономической лестнице. Потребитель всегда прав, и мы должны оправдать ожидания потребителя в нашей продукции. Все. Вот эта политика была принята примерно 3 года назад, когда мы формировали дилерскую сеть. И сейчас, какие бы ни были дефекты, какие бы ни были рекламации на нашу продукцию, мы сначала устраняем дефект, а уже после разбираемся, кто виноват. Впрочем, планов у завода много. Все понимают, что останавливаться на достигнутом нельзя. Нужно все время продвигаться вперед и вверх. То есть это такая простая диалектика развития. От простого к сложному идем и идем и идем. И наши конструкторы, вот умные головы, даже уверяют, утверждают, что Евро-4 мы получим на этом двигателе. Чего, в общем-то, не ожидали. Даже про Евро-3 уже шли споры. Получится, не получится. Получилось. Конечно, самостоятельно реализовывать весь гигантский объем своей продукции заводу вряд ли по силам. Но ему это и не нужно. Сегодня дилерская сеть приносит предприятию от 45 до 55% прибыли. То, что вся продукция автодизеля надежна и неприхотлива, в то же время вполне конкурентоспособна, сомневаться не приходится. То есть, если мы возьмем двигатель Евро-2, допустим, того же фирмы Deutz или Caterpillar, он будет стоить 12, 14, 15 тысяч долларов. Наш двигатель сегодня стоит 5,5-6 тысяч долларов. В ежедневных заботах, в тяжелых трудовых буднях как-то забывается, насколько все-таки огромен и силен автодизель. Сегодня многие объекты социальной сферы переданы городу. Но кое-что осталось. Общежитие, гостиницы для иностранных специалистов,
спортклуб «Волжанин», база отдыха, детский лагерь «Дружба». База отдыха «Лесное», наверное, единственная жемчужина, которая еще есть здесь у нас, не только на заводе, но в городе Ярославле и в области. Она у нас выстроена силами заводчан. Пансионат «Лесное» может принять до 500 отдыхающих ежедневно, 30 минут от завода, от города Ярославля. Живописный берег Волги, хороший отдых, хорошее питание. Систему поощрений работников тоже удалось сохранить. На сцену приглашается Фролов Владимир Николаевич, слесарь-ремонтник цеха коробок передач номер 3, на заводе с 1970 года. На дне предприятия сейчас у нас предусмотрены ценные подарки, включая те же автомобили, которые будут приобретены для сборщиков, подарен за хорошую работу. Телевизоры, которые ценные подарки. Ну и, конечно, премия. Как человек отработал, так и он получил. Отличной идеей было возродить на новый лад молодежное заводское движение. Это, естественно, не комсомол, не скауты, а просто объединение людей по интересам, возрастным в том числе. Заводу не нужна политическая партия, а заводу нужны молодые квалифицированные специалисты. Задача организации – привлечь молодежь на завод, закрепить ее, помочь адаптироваться в новом коллективе. Когда мы решили организоваться, средний возраст персонала заводского приближался к пенсионному. Сегодня средний возраст уже 42 года. Ограничение членов нашей организации – это высшее образование и возраст до 35 лет. В дальнейшем мы охватим, я думаю, что людей со средним техническим образованием и рабочих. Вот они, плоды многодневного тяжелого труда. Со склада готовой продукции моторы отправляются в самые разные уголки мира. В основном наши рынки устоялись за эти десятилетия. Это, прежде всего, Минский автомобильный завод, следующий по порядку Уральский. «Газпром» – очень интересный клиент, но он очень специфический, его больше интересуют силовые установки. Далее можно перечислять десятки и десятки предприятий. Автобусные заводы, все тракторные и комбайновые заводы. Внутри России и стран СНГ нам нет конкурентов. И все-таки, кто лучше скажет о моторе, чем человек, ежедневно его эксплуатирующий? Обычный шофер Владимир Капитонович Смирнов. Этот двигатель один из лучших двигателей, в общем, который когда-то я эксплуатировал. Даже по переговорным устройствам говорят, вон МАЗ как едет. Никаких проблем с переключениями, разгоняется как на легковой, 100 километров набирает момент и поехал. Ну, а возможности этого двигателя практически не ограничены, я так считаю. По крайней мере, пока не установлена система ограничения скорости, если честно сказать, спидометра не хватает. В общем, все ходовые качества ничем не отличаются от той же «Вольвы», или, скажем, там, «Дафа» какого-то, или «Мана». Замечательный двигатель, мне нравится. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – моторный завод. Заводские дни мчатся, как скоростной поезд. Не успеем оглянуться, и моторному исполнится 90 лет. Все составляющие для успеха у автодизеля есть. Впереди только работа и победы. Ждешь меня ты где-то.